Открывайте шампанское, наливайте бокалы. Мы пойдем по порядку по тем, кто сегодня выступал. Это не значит, что сертификаты получают только те, кто хорошо или плохо сегодня выступали. Вы получаете эту симпатичную электронную бумажку за те подвиги, которые вы совершали в течение этих 6 месяцев. Поверьте мне, я больше, чем кто-либо другой, представляю, сколько труда, сил вы потратили. Я больше, чем кто-либо, представляю, через какие вещи многим пришлось переступить, перешагнуть, преодолеть. Я хочу, чтобы вы очень хорошо понимали, что сама электронная бумажка не значит, конечно же, ничего. Значит, то, что вы сделали, а эта бумажка будет замечательным напоминанием для вас самих в первую очередь. И первую такую бумагу электронную получает Юлия Сахарова. Наш самый эмоциональный человек в группе. Поздравляю вас. Все у вас получится, даже если вы думаете, что какие-то проблемы возникают. Все у вас будет замечательно. Следующий у нас сегодня по порядку была Ольга Королева. Это сертификат для вас, Ольга. Смелее введите портал. Поздравляю. И вот я смотрю в чате просто непрерывные поздравления. Спасибо всем огромное за поддержку. Следующий сертификат. Игорь Гущин. Сегодня он выступал в первых рядах, но я уверен, что те, кто у нас были на выступлениях раньше, помнят о направленности портала. Мне вот очень понравилась такая идея. Блок «Сустав болит». Портал «Сустав не болит». Замечательная идея, замечательная тема. Успехов вам. Следующий сертификат. Лариса Колпинская. Замечательная идея в целом. И прекрасный, я бы сказал, семейный такой подход. Просто замечательный. Я сейчас, чтобы не напутать что-то, не буду подробно рассказывать, но скажите, Ларис, у вас есть хоть один родственник, который не притянут к этим проектам? У вас замечательно, вся семья включена в этот проект. Поздравляю вас. Александр Крамаренко. Прекрасная идея «Мужчина в сети». Я даже думаю, что идея более широкая, не просто мужчина в сети, а мужчина вообще в жизни. Успехов вашему порталу.